Всем привет, с вами Елена, и вы на канале Заказ USA. Сегодняшний обзор мой будет детской жилетки на мальчика на 14 лет, бренд Кэшо, который покупался на Декатлоне в Англии. Вот он наш, логотип нашего бренда представлен. Итак, давайте посмотрим. Значит, жилеточка. Видно, что она прострочена. Вот, отлично будет держаться наполнитель, который внутри есть, не будет сбиваться вниз, соответственно, будет долго держать свою форму. Это первое. Второе. Сразу можно обратить внимание на то, что ткань достаточно шуршащая. Это говорит о том, что, во-первых, она не будет промокать, и производителям заявлено, что она водонепроницаемая. Второе, мне нравится то, что здесь змеечка, вот, от верха до низа полностью идет жилеточка на змеечке, сделана, ну, вот если смотреть на наши змейки, как бы на изнаночку. На изнанке у нас наша стандартная змеечка, здесь она выглядит вот так вот, спрятана. Это сделано тоже для того, чтобы была защита от воды. Змеечка работает отлично, очень легко ходит, никаких... абсолютно с ней нет дефектов, поэтому удобно, ничего не залазит, ни кусочки лишней куртки, ничего, все продумано до мелочей. Значит, есть защита подбородочка, то есть, соответственно, даже если вы вверх подвинете, то благодаря вот этой вот защите вы ничего не травматизируете, не травмируете, простите, подбородочек. Итак, также есть в жилетке капюшон. Капюшон отлично видно, что вот полностью будет по голове ребенка сидеть. Если это нужно, то можно будет одеть. Капюшон достаточно глубокий. Вот такой вот капюшон. Подкладочка внутри выполнена из полиэстера. Вот она подкладочка. Значит, смотрим, что у нас здесь по возрасту. 100% полиэстер, естественно. Возраст у нас указан 14 лет. Давайте сразу сделаем замеры и посмотрим. То есть подкладка внутри полиэстер, наполнитель у нас тоже силикон. Вот, спереди есть кармашка 2 по бокам. Также в спрятанных змеечках. Карманы достаточно глубокие. Так, сзади. Сзади жилетка прострочена идентично, как, так же, как и спереди. Бока у нас идут не простроченные. Здесь спиночка и передочек прострочены. Итак, давайте сразу сделаем замеры. Длина у нас спереди 59 сантиметров. Полуобхват груди, то есть ширина под руками 47,5, ну, точнее даже, да, 47,5 сантиметра. И давайте сделаем замер сзади. Абсолютно одинаковый, что зад, что вперед, но я все равно вам сделаю замер. Длина 59 сантиметров. Значит, хочу обратить ваше внимание на то, что очень хорошо в ручках вот вставлена резиночка. Это не сделано не для того, чтобы там она тянулась, да, просто для лучшего комфорта. То есть она более эластичная, соответственно, даже если будет жилетка сидеть на ребенке достаточно туго, то благодаря тому, что когда будет ребенок сводить руки спереди, данная жилеточка будет чуточку подтягиваться и не будет сковывать движение. Снизу тоже присутствует резиночка, соответственно, она будет хорошо сидеть по фигуре, но при этом не будет абсолютно жилеточка тянуться. Вот такая вот жилетка, отличная жилетка, бренд Кэшо, действительно покупайте, не пожалеете. У меня все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!